Город Ялуторовск. 22 октября 1941 года. Из докладной записки Ялуторовского райкома ВКПБ. Работа по сбору в ряде организаций и предприятий налажена неплохо. Так, коллектив рабочих мехлеспункта сдал 200 пар валенок, 4 полушубка, 60 ватных курток, 15 шапок, 48 пар варежек, 90 ватных брюк, 5 теплых рубашек, 22 пары носков, 20 овчин и 6 тысяч рублей деньгами. Такие колхозники, как Копытов, одел четверых сыновей красноармейцев и сам сдал 3 овчины, 2 килограмма шерсти.